За прошедшую неделю в Павлодарской области было 13 чрезвычайных происшествий. За два дня выходных на единый диспетчерский пульт поступило более 20 сообщений. Из них 4 о фактах пожара и 18 о возгорании. 13 сентября в селе Розовка взорвался газовый баллон, из-за чего частично обрушилась деревянная конструкция кровли и оплавились натяжные потолки. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Следует отметить, что данную территорию Павлодарского района обслуживает пожарная часть номер 3 службы пожаротушения. Очаг пожара находился в 53 километрах от расположения пожарной части. Пожарные спасатели, прибывшие на место, эвакуировали газовый баллон емкостью 27 литров.